Есть время разбрасывать камни и время их собирать. И если декабрь является эпилогом года, то январь – это первая глава новой увлекательной истории, начинать которую следует во всеоружии. Что касается индустрии красоты, то есть опять-таки ряд процедур, которые, наверное, в принципе, могли бы придать уверенности любой женщине. И это такие процедуры, как, скажем, пилинги, это процедуры общего ухода, это процедуры мезотерапевтического плана, это процедуры инъекции гиалуроновой кислоты и инъекции ботокса. В зимний период времени наша кожа подвергается суровым испытаниям. Мороз, холодный ветер и резкие перепады температур приводят к сухости и шелушению. Скрабы в этой ситуации могут лишь навредить, травмируя и без того уязвленную кожу. Выполнить же глубокую, но безопасную чистку лица помогают пилинги. В зимнее время наш организм переходит на более экономичный режим расходов ресурсов, поэтому кожа наша недополучает так же строительные, как и питательные вещества. Поэтому я как специалист рекомендую вам, то есть, делать в это время химические пилинги, одна из более эффективных процедур. Она устраняет мелкие морщины, она превосходно устраняет гиперпигментацию. Соответственно, мы ее проводим для лечения акне и проблемной кожи. Также рекомендую для повышения тургора кожи и устранения сероватости кожи. В качестве эффективной процедуры еще рекомендую аппаратный пилинг, дермабразию, то, что провели сегодня, и, соответственно, лазерный пилинг. Если же вы хотите не только увлажнить кожу, но также улучшить цвет лица, разгладить мелкие морщинки и в целом сделать ее более эластичной и упругой, то стоит обратить внимание на процедуру мезотерапии. Одна из актуальных процедур – это процедура мезотерапевтическая, мезотерапия, которая проводится в различных техниках и различными препаратами. В состав препаратов могут входить компоненты, гиалуроновая кислота, различные микроэлементы, витамины, аминокислоты и так далее, так далее. Опять-таки, коктейли подбирает врач уже согласно той проблеме, с которой обратился к нам пациент. Перед процедурой кожу дезинфицируют специальным раствором, затем наносится крем, анестезирующий крем. После экспозиции в течение 20 минут можно приступать непосредственно к проведению процедуры. Курсы, как правило, от 4 до 6 процедур, один раз в 7-10 дней. И нужно соблюдать определенные меры постухода. То есть это дезинфекция, это исключение различного рода температурных режимов сауны, солярий. И в течение определенного времени, там, допустим, трое суток, ну, двое – это обязательно суток, не наносятся никакие косметические средства. Стресс, плохая экология и вредные внешние факторы сказываются на коже самым пагубным способом. Если на вашем лице уже появились первые морщинки, но вы с таким положением дел мириться не собираетесь, то пришло время для решительных действий. Одной из самых популярных и действенных безоперационных методик омоложения лица является процедура инъекций ботокса. Процедура проводится в светлом помещении, да, в вертикальном положении. Для того, чтобы правильно инъецировать препарат ботокса, нужно оценить состояние мышц лица пациента. Да. Для этого просим пациента, в зависимости от того, какие морщинки мы должны убрать, просим его совершать определенные мимические движения. Мы оцениваем состояние качества мышцы. После этого пациенту выбирается индивидуальная его дозировка. И непосредственно в мышцу, да, вводится препарат. Эффект наступает на 7-14 день. Желательно использовать небольшие дозировки. В течение 2 недель всегда можно подкорректировать и добавить дополнительную дозу, если в этом есть необходимость. Эффект длится от 3 до 6 месяцев. У каждой женщины должно быть место, так называемая своя территория, где она может не только отдохнуть и получить заряд положительных эмоций, но и позаботиться о здоровье и красоте. К тому же некоторые центры предлагают еще и курсы, позволяющие разобраться в тонкостях косметологии и, возможно, начать новую главу своей карьеры.